командир нам нового дали, лейтенанта. Вот он тут рассказывал. Он говорит, когда контракт кончится, домой никто не отпустит. Только 300. Натуры? Да. Я... Да по***, сам все отстрелены, да и все. И денег получу, ляма 3, еще и это. Домой спокойно уеду со срочкой. Да, ребята мне рассказывали, которые уже здесь были, они мне рассказывали, как все правильно сделать, грамотно. Ну, самое главное. Легкое ранение получить, за это бабки и домой нахуй. Полгода отсрочка дается. Можешь и пораньше сделать.